На передовых позициях ополчения на севере Донецка, недалеко от бывшего аэропорта Донецка, точнее того, что от него осталось. Сейчас тишина, и режим тишины этой соблюдается, но не в полной мере, как говорят ополченцы, потому что все-таки изредка артиллерия украинской армии обрабатывает и эти позиции. Немного западнее отсюда украинские силовики предпринимают попытки штурма этих позиций. И получается, что украинские силовики, собственно, получают обратный эффект, потому что ополченцам удается отбить, подавить огневые точки противника с помощью, плюс ко всему, и артиллерии, которая работает, собственно, из зоны самого аэропорта. И, собственно, вот обратный эффект заключается в том, что ополченцам атаки украинских силовиков во время вот так называемого перемирия позволяют закрепиться на бывших позициях украинских силовиков и, собственно, тем самым продвинуться вперед. Несколько минут тишины ополченцы используют, что называется, с максимальной пользой. Они сейчас занимаются тем, что пытаются БМП зацепить вот один из тралов, на котором будет удобно, если что, эвакуировать подбитую технику, танки или любую другую бронированную гусеничную технику. И кроме того, ополченцы, вот воспользовавшись перемирием, все-таки занимаются тем, что укрепляют свои позиции, как говорится, готовятся к предстоящим сражениям, так как никто все-таки не верит в то, что украинские силовые структуры будут все-таки соблюдать перемирие. Украинские артиллеристы пытаются подавить контрнаступление ополченцев крупнокалиберной артиллерией и минометами, но пока сами несут потери как техники, так и живой силы. В Минобороны ДНР заявляют, что пока решается судьба Дебальцевского котла, на всех передовых позициях дан приказ – ни шагу назад. Александр Ланцков, Михаил Князев, Life News, Донецк.